Опять влетает снарядами. Вах. Поймешь уже. Наши. Не наши, тут не поймешь уже. Ты уже все голова видит. Когда это закончится, Сереж, все. Я не знаю. Я уже устал. Это что, бомба? Это выстрел, да. Блядь, вроде Украина такая маленькая. Почему это все так долго-то? Ты мне говорил то, что вы 8 числа ждали выборов, и что толку? Нету толка. Рота 96 человек была, сейчас полковник остался. Даже уже меньше, по-моему. Мы все было, бегало, дрона. В смысле ты от дрона бегал, который, как ты говорил, бомбы сбрасывает? Да, 3 гранаты кинул. Да тут, слушай, ты что, эра, 21 век, тут все как хуйни, нахуй. Почему это чеченские, кто прошел Чечню, не хотят вообще сюда ехать? Что здесь? Я даже хохлов не видел ни разу. А, нет, один раз видел, 7 человек. Но мы их с пулеметов двоих убили, 5 ушли. Ну, с похоза парни привезли. Конечно, мы на войне, тут все было. Ты уже не знаешь, чего ожидать. Иногда свои же в тебя же стреляют, потому что им не те координаты были. Писали там эти женщины опять вот, в группе-то в этой. Короче, там такой скандал, одна пишет, нам пришло 132 тысячи, другая пишет, да какие деньги, лишь бы типа здоровые, живые все вернулись. Да, конечно, деньги не нужны. А заберите деньги, повезите меня сейчас домой. Хотя бы просто до Ростова меня довезите, я доберусь. Вот куда мы хотели ехать, а Аня говорит, что там мост крымский взорвали. Тогда они ракеты в Россию. Я говорю, если сюда бы никто не. Если сюда никто бы не поехал, вот эти, кто мобилизованный, они бы уже в границе стояли. У нас бы там было. Они бы и Москву, и Екатеринбург бы долбили, все бы долбили. Страшно. А мы как лодки есть. Да потому что командование вот. Я не знаю, у нас пацаны уже просто сидят. Еще чуть-чуть, и мы просто встанем и сами пойдем до него. До кого? До комбата и просто застрелим. Тут никто разбираться не будет. Ты знаешь, какой беспредел в городах творится? Военная полиция недавно, короче, этих цыган расстреляла, 28 человек просто в стенке поставила и расстреляла за то, что они дали водку нашим военнослужащим и отравили их всю роту. Государство, как она осталась, армия, так и она осталась. Ничего вообще не поменялось. Мы как этот расходный материал. А по телеку-то другое совсем.